Фотоконкурсы входят в традицию молодежного департамента. Первый проходил в прошлом году под названием «Город глазами молодежи». А сейчас молодым людям предлагается продемонстрировать городские достопримечательности гостям Даугавпилса. Этот конкурс должен показать город во всех его красотах. То есть новые места, где можно сфотографироваться. То, что нам не по мнению молодежи, надо показать гостям. В конкурсе могут принимать участие молодые люди от 13 до 25 лет. Количество работ, которые можно прислать от одного участника до 5 работ. На сегодня в распоряжении организаторов 10 работ трех конкурсантов. Снимки разного формата и содержания, от классического до нестандартного взгляда на привычные городские объекты. На одних фотографиях запечатлены мгновения повседневной жизни, другие отличаются игрой света и тени, но все пронизаны любовью, желанием изобразить картинку так, чтобы гостям захотелось использовать ее в качестве фона для себя, семьи или компании друзей. Оценивать фотографии будет жюри в составе специалистов департамента, представителей молодежных организаций, художников и фотографов. Критерии, по которым будет проводиться отбор работ, это оригинальность, подход, показать какое-то новое видение старых, уже давно всем привычных вещей. Качество обязательно. Это должна быть съемка на фотоаппарат, не на камеру от телефона. Конкурс продлится до 12 октября, так что у желающих поучаствовать будет возможность сделать осенние фотозарисовки. Обладатели первых трех мест ждут подарки, которые пригодятся в ремесле фотографа. Лучшие снимки будут экспонироваться в фойе городской думы. Работы можно приносить в молодежный департамент по адресу улица Саулас 5А или присылать по электронной почте фотоконкурсам @inbox.lv.